На очереди у нас красно-бело-зеленые уманы. Тут, в принципе, старая была колода, но тут уже с включением карты из Каладеша и эфирного бунта. Хотя там не так много, но все равно стало побольше разнообразия. Так, нам надо как-то начать, чтобы была красная мана на руках. А, но с другой стороны, так тоже ничего. Начинаем мы с зеленого. Играем клятву миссии. Было бы хорошо красную земельку охватить, но нет. Так, лейтенант Талит, конечно, хорошо, но личная земля лучше. Вначале всегда важно разогнаться по землям. Так, тоже хорошо. Так, так, так. Пойдем. Зеленый поет. Разведчик погано. Он нам принесет черную или зеленую манку в следующий ход. Это будет очень кстати. Так, это точно красно-бело-зеленый хуман. Что-то я красного вообще не вижу. Так, так. Ну, конечно, желательно первым делом талию воткнуть. Очень уж крутый эффект. Существа приходят тапнутыми. То, что оппонент разыгрывает. Ну, не базовые земли, это тоже касается. А, ну там, видимо, какая-то белая виня. Так, тоже талия. Это талия повернутая. Печат нашей. Так, что мы сделаем? Бабство. Так, мы будем плодить существ. Так, сейчас он походу какие-нибудь крылья с кому-нибудь скастует. Не будет талия летать. Ну, вечный дозор тоже. Конечно, ничего хорошего. Не хочет. Не рискует идти, потому что это все-таки первый удар. Правильно. Так, мы тем временем перевернемся. Глава культа. Ну, теперь 4-4 и плодит людей в конце хода. Так, так, так. Играть, в принципе, так особо нечего пока что. Карточки смотреть. У нас есть, не, есть, конечно, пацифистка, а есть вот возможность достать человека. Ладно, пацифист возьмем.
Потому что там, если, вот если бы мана разгон на какой-нибудь там дали на другом существе. Так, атаку мы не пойдем. Так, ну пока что мы вроде как контролируем стол. Теперь надо ждать маны. Так, что он чары снесет? А, ну он убьет мне главу культа. Чары, да, и вырастет. Да, неплохо. Но пришлось платить поворачиванием существ. И это зря он сделал. Я же сейчас могу очень неплохо пробежать. Крылья тут уже дело особо не помогают. Так, вот и красная мана. Так, что у нас Аджани умеет? Изменить целевое существо. Игрок получает жизни. Ну, Аджани прям вовремя. Как думаю, кто из них более неприятен? Не, ну конечно же, Фаер. Так, а мы сбегаем в атаку. Священника оставили в блок. Что люди что-то делали, делали, счет не изменился, 20-20. Судьба ангела. Ну, вынужден Аджани атаковать, иначе Аджани его сожрет. Так, иронически боится у нас висеть. Так, манка. Как раз 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Ну да, можно аббатство превратить. Теоретически. Так, ну будет 9-7. 9-7. Хорошо, подождем. Превратились. Полетит ли она в атаку? Что-то не делает. Так, сгоните нетушки. Лица жертвы сейчас. Конечно, довольно ужасная, ужасный обмен, но что делать? Надо же против талии выживать. Так, верните перманент. Кладбище группы.
Так, ну у него-то там может попасться изгнание. Я еще не могу пролететь. Так, чем там не все может. Так, каждый раз, когда Земля выходит, можешь взять карту. Да, не так, конечно, круто, как хотелось бы. Давайте вот так все-таки летать. Что я эту жизнь не получаю, а он-то нет. Хотя мы оба примерно поровну будем терять. Пироманта. Да, что-то прям не пожарничал. А, ну он-то ничего не теряет тем, что он с бдительностью из-за пыточного дозора. Ну теперь получается он заблокает только двоих. Один с выставом. Развернем землю. И вот так вот. Так, плюс один прибывнул, да. Да. Так, заблокал. Заблокал. Проходим на 9. Осталось два хита. Так, теперь он низ должен будет убивать. Так, ну и все. Карт на руках у него нет. Кстати, я не понял почему. Ну что, ничего. А, он дрогнул в землю. Все, что бы он ни делал, я прилетаю в него. Даже ничего не делаю. Даже без низа и за всего. Ну вот нормальный человек может уже нажать это, сдаться, там, я не знаю, даже в атаку слетать. Что тут так долго можно сидеть так? Ну вот, наконец. Сдался. Там не мои законные монетки. Теперь мы пойдем играть в... Так, что тут у нас приглашают в местный игровой магазин. Спасибо, не надо. Ну, в смысле, по месту в вашем городе. Родном. Спасибо, не надо, мы уже были как-то один раз. Так, давайте двуголовый гигант. Надеюсь, найдет игроков нам без всяких эксцессов.
Так, оппоненты подгружаются, или мы подгружаемся. Нам пока демонстрируют картинку некрасивой эльфийки. Так. Так, мы сразу выигрываем. Что-то пошло не так. Так, еще раз. Так, ну эта колода, конечно, работает не так эффективно по головам, как более контрольные какие-то колоды. Но все равно. Все равно. Должна хорошо себя показывать. Так, это вроде как с тем человеком, с которым мы только что случайно выиграли. Теперь мы противоположны в игре. О, ну вообще отлично, все земли пришли на стартовую руку. Так, у моего напарника две земли, ну вроде этого хватает. Так, начинаем с леса, склеп миссы. Так, в чем сегодня клянется на миссы? Так, 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 ага, талия. Талия, конечно же. Вот слово талия напрягает как раз обоих оппонентов. Так что все нормально. Так, следующим ходом, видимо, Кари Зеф у нас выскочит. Эта карта очень мерзкая. Тоже. Ну, конечно, если у вас есть ремувал. То ничего страшного как бы нет. Если нет, то она с угрозой, с ее страйком на всякий случай. Еще и эти мартышки свои создает постоянно. Кого хочешь взбесит. Так, на следующим ходом талия. Обязательно талия. Вторая коризя. Мы ставить пока не будем. Вот он создавал свою ручную мартышку. Чисто летающий обезьян. А эти паруса так на крыльями слегка смахивают. Кстати, легендарная фишка. Легендарная фишка — это что-то новенькое. Ну, если такой не копия легендарного существа. Так, мы берем карточки. Теряем жизни потихонечку. Ох, там чистое пламя. Так, ладно, раз у нас там чистое пламя есть, я поставлю какую-нибудь миссу тогда. Так, это что такое страшное?
Всего лишь великан 2-5. Что-то как-то не особо страшно. Ну, видимо, у вот этого игрока там не особо сильные карты. Не успел пока набрать. Всякое бывает. Так, ну, допустим, Нисса и Гидеон. Есть вариант. Не, лучше Кэрри Зев. И... Ну, так, вот, что они 3 стоят. Ну, ладно, Гидеон. Если мы говорим второе нечистое пламя, то даже тогда мы не отъезжаем, просто, конечно, станет чуть грустнее. Но нормально. А кстати, они же комбятся офигенно. Перезев делает существо. А Гидеону только того и надо. Так, ну не смогут ее заблокать теперь. Все будет идеально, если он сейчас в атаку сходит. Нет, сходил в атаку. Свои чары дурацкие. Что ж, мы пока будем раскастовываться. Не, мы от этих умрем быстрее. Лихорадочных видений. К сожалению. Чары сейчас поломают. Вот этот игрок в основном сделал это так по мелочи. Смотрелка с вами. Хорошо. Сейчас мне вторым чары сейчас убьет. Да, никаких ломогов. Тихо. Так, что-то надо делать.
Извините. Денису качать. Ну вот он теперь хотя бы вниз будет отвлекаться чуть-чуть. Блин, флаер. Так, если вторая красная придет, то флаер особо это тоже не проблема. Зря вот моему напарнику с той стороны бы выбрали. Там вот тут лам мог бы только в путь вышел. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, восемь. Ну да, то не быстренько. Так, ну, спасибо на троечку. Кто-то вышло. Парик не вышло. Так, земля. Все фаеры, ты же все фаеры. Где он сейчас пойдет? Ну пока что-то пытаемся. Тут уже компьютер со мной остался. Тут он хорошо придумал. Дракону. Есть. Утихомирить. Так, ну вот так мы и идем. В принципе, можно так самоубийственно пробежаться по гильдии жизни. Он как бы тоже не горит. Если прям выхода не будет, то попробуем. Чё, Нису решили не добивать. Понял. А, ангел-поработитель. Это ж Аполлон. Адский. Б.
Бунгалоум — это вообще совершенно женатское существо. Ну, ладно, проиграли, в общем. В общем, как-то так.